Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами научимся играть новую песню с нового альбома Алена Швец «Королева отстоя» под названием «Некрасивые глаза». Да, я понимаю, что, возможно, кто-то немножечко уже подустал от Алены, но потерпите чуть-чуть. Я досниму все разборы на этот альбом, и мы приступим с вами заново учить что-то постоянно новое и интересное. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю тебе, дорогой мой дружок Пирожок, что мне есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале. Тем более, ты можешь мне помочь достичь эту цель, все очень просто. Камон, почему до сих пор не подписался? Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. У меня некрасивые глаза, некрасивая душа. Не проси сказать обратного. Синий лед во взгляде, пепельный и злой. Ты же видишь мою боль, по весне оттаю заново. У меня некрасивые глаза, они смотрят прямо в ад и сверкают красной искоркой. Подойди, познакомлю с сатаной. Ты с вином или водой? Будем очень рады искренне. Погнали учиться играть! Разбор на укулеле. Практически вся песня строится на 4 базовых аккордах, и в последнем куплете мы повысим тональность, но об этом чуть позже разберем вот эти базовые аккорды. Первый аккорд — аккорд АМ. Мы зажимаем 4-ю струну на 2-м ладу. Далее у нас с вами идет аккорд С. Мы зажимаем 1-ю струну на 3-м ладу. Третий аккорд — аккорд ЕМ. Зажимаем 1-ю струну на 2-м ладу. Затем 2-ю струну на 3-м ладу. И 3-ю струну на 4-м ладу. Получается такая лесенка. И последний аккорд, аккорд фа, мы зажимаем 2-ю струну на 1-м ладу, а 4-ю струну на 2-м. Все вместе. А, М, С, Е, М, фа. Отлично, вот это базовые у нас аккорды. Теперь, какой у нас бой в песне? Бой в песне на протяжении от начала до конца восьмерка. По-другому вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Давай чуть медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И его мы играем один раз на каждый аккорд, получается. Теперь, у нас песня начинается с проигрыша, который мы играем два раза подряд, что я сейчас продемонстрировала. То есть мы тупо играем аккорды с этим же самым боем два раза подряд, получается. Далее с этим же самым боем начинаем петь куплеты. Да, кстати, тут нет припевов, тут постоянно, по-моему, 4 куплета. Погнали, как это будет выглядеть. У меня некрасивые глаза, некрасивая душа. Не проси сказать обратного. Синий лед во взгляде, пепельный и злой. Ты же видишь мою боль, по весне оттаю заново. Красивые глаза, они смотрят прямо в ад и сверкают красной искоркой. Подойди, познакомлю с сатаной. Ты с вином или водой? Будем очень рады искренне. Да, чтобы не запутаться, где какие аккорды, то куда что переходить, выучи хорошо отдельно вот этот бой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Когда ты уже можешь его в быстром темпе все делать, у тебя тогда не возникнет трудности, куда что переходить и когда успевать слова петь, да? Все решает бой. Далее, после первых двух куплетов у нас заново играется проигрыш. Единственное, он играется один раз. Через. Потом мы играем с вами третий куплет. У меня некрасивые глаза, я с тобой, но я одна. На зрачках зияют трещинки, будет жесть, но пытайся в них залезть. В этот темный синий лес что-то страшное мерещится. Потом мы с вами опять играем проигрыш один раз. Thank you.
вот на последний четвертый куплет мы повышаем тональность на один тон. Вам, в принципе, не нужно вдаваться в подробности, что такое тон-полутон, но если интересно, то у меня есть целый видос на канале, обязательно посмотри, это прям вот интересненько посмотреть, что такое тон-полутон. Так вот, мы последний куплет повышаем на целый тон, и теперь у нас с вами будет другая цепочка аккордов. И получается, теперь у нас будет не АМ, а БМ. Мы зажимаем баре на втором ладу. Кстати, про баре у меня тоже есть отдельное видео, если что, посмотри. И зажимаем четвертую струну на четвертом ладу. Получается БМ. Далее у нас С меняется на Д. Мы зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. ЕМ у нас меняется на Фа, Диез, М. Мы зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую и вторую на втором. И последний аккорд Фа мы меняем на G. Получается, мы зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. То есть цепочка аккордов следующая. БМ, Д, Фа диез М и G. Так вот, помнишь, когда мы с тобой играли проигрыш вот один раз, да, вот закончили на Фа? И потом, вот внимательно, мы играем 4 удара вниз на аккорд БМ. И далее продолжаем играть куплет с новыми аккордами, но тот же самый бой. Давай мы подойдем к этому месту, чтобы тебе было понятно. Сначала играем проигрыш. Потом меняем это все на БМ, играем 4 раза удара вниз. Раз, два, три, четыре. И начинаем петь дальше куплет. У меня некрасивые глаза, кровь из носа, ты слепа. Таково мое проклятие, цвет воды, как гитарные лады. Вечно злится и болит, очень классное занятие. И последние три строчки, тупо один удар вниз. У меня некрасивые глаза, некрасивая душа, не проси сказать обратного. Вот и в принципе вся песня. Если тебе понравился этот разбор, то можешь поставить свой лайк, написать в комментариях, как тебе этот альбом, вообще любую песню, мелодию, которую ты хочешь, чтобы я разобрала, я разберу. Также напоминаю, для всех любителей, ценителей цветочной подружки, у меня есть целый отдельный плейлист, посвященный разборам песен Алены Швец. Вот сейчас он где-то тут появился, обязательно почек, посмотри и выучи новую песню. Если ты хочешь мне продемонстрировать свои укулельные старания, то все очень просто. Берешь любую песню или мелодию с моих разборов, учишь ее, выкладываешь к себе в Инстаграм. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы мне пришли уведомления и я тебя увидела. Ну а если ты хочешь поддержать абсолютно все мои труды и старания, то ты можешь мне помогать, задонатив любую сумму на Донаталерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это! Взамен получат клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Non